Ужас! Боже мой, слава Богу! Ну, господи, ну, наконец, ну! А, ну что такое, ну что случилось, милая? Ну, ты что, опять ходила по магазинам? Каким? А почему с пустыми руками? Алик, ты был прав. Ох, как ты прав. Я была психиатром. Наконец. Я ж тебя целый год уговаривал. И что он сказал? Он сказал, что все вот эти мои ежедневные хождения по магазинам, ну, конечно, это болезнь. Это психическое заболевание. Называется шопомания. Ну, а я тебе что говорил? Это болезнь. Это шопомания. Ты же не можешь спокойно пройти мимо магазина. Это шопомания. Тебе надо все время что-то там покупать, покупать. У нас просто весь дом этим барахлом завален. Что он тебе еще сказал? Нет, ну что он сказал? Он сказал, ну, конечно, это излечимо. Излечимо? Конечно, это пройдет. Во-первых, никаких магазинов. Угу, очень хорошо. С этим закончить. Ну, и, во-вторых, таблеточки там. Ну, правильно. Ну, пошла в аптеку, купила эти таблеточки от шопомании. Молодчинка. И сейчас, Алёнь, сейчас. Ну, уже там в аптеке заодно я взяла еще, значит, взяла от головы, что еще, взяла от подагры, потом вот такие вот синенькие я взяла. Слушай, вот это потрясающее, знаешь, от этого самого, ну, когда укачивают, чтобы этого не было, взяла. Вот это я взяла от поджелудочной, тут сбор хороший, несколько БАДов. Подожди, где он? А, вот, Аленька, слушай, ну просто, Алёша, вот это средство от африканской лихорадки. Это такая редкость. Ну, вообще была одна упаковочка, они только на заказ ее берут. Я заказал еще 4 штучки, ну, там необходимо. Вот, ты посмотри, какая упаковочка, вот это приходит, вот это желтая. Вот, Алик, все, никаких магазинов, Алик, никаких магазинов, только аптеки, аптеки. Сердце? Алёша, а валидол я не взяла. Я в аптеку.